Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я вновь приехал за грибами, вот в этот замечательный лес. Лес уже покрылся осенними красками, деревья пожелтели, начинают облетать. Вот такой красивый лес впереди. Вот сейчас мы по нему и пойдем, и поищем грибы. Прошлую неделю я неплохо здесь собрал грибов, подосиновики, подберезовики, несколько беленьких нашел. Ну, посмотрим. Погода вот сегодня неплохая до этого времени, октября. Довольно-таки, ну, тепло. Переменная облачность, дождя нет. Лес суховат. Ну, может быть, осенью это и не сильно влияет на рост грибов. Ну, посмотрим. Итак, вперед, друзья. А вот и первый грибочек. Притаился вот здесь в травке. Это беленький. Вот такой вот беленький крепыш. Ну, начало обнадеживающее, конечно. Кстати, вот они, мухоморы рядом. Не зря говорит, как говорится, там, где мухоморы, их вообще тут полно. Там еще и белые. Ну, посмотрим, насколько себя оправдает. Вот такой красавец. Пойдем дальше. А вот рядом, смотрите, какой красавец в березках. Крепыш белый. Это уже второй. Очень крепкий. А вот еще грибочек притаился. Вот какой. Это подберезовик. Еще один. Присоседился. А это козленок. Ну, подберезовик неплохой. В корзинку его. Такой вот лес. И вот он. Грибочек растет. Вот какой красивый. Это белый. Красивейший грибок. Да, сегодня беленькие. А вон еще один. Вижу впереди. Пойдемте посмотрим. Сегодня белых-то так прилично. Вот еще один. Вот он. Крепкий. Вот какой. Вот какие. Два красавца рядом. Сейчас еще здесь посмотрю. Возможно, еще есть. Много белых сегодня. Грибы просто на редкость осенние, чистейшие. Вот такие вот красавцы. А вот второй. Ни одной червоточинки. Ну, правда, кто-то его погрыз. Мышки, наверное. В любом случае, грибы отличные. Как сложно грибочки сейчас заметить в опавшей листве. Смотрите. Чуть не наступил я. Вот какой подберезовичек маленький. Еще даже молодые грибы растут. Так что сезон закрывать грибной. Я считаю, что еще рано. Грибов еще можно собрать. Заморозков. Сейчас нет, ну хотя в начале недели были. Ну, сильно не повлияли они на рост грибов. Очередной белый. Вот такой размер. Самый то. Ну, чистейший видно и так. Шляпочка вот такая, видите, у него коричневая.
Очень красивый грибочек. Сейчас посмотрим рядом. А вот смотрите, подосиновичек какой красивый. Опять же небольшой. Вот какой. Ну какой красивый. Шляпка темная. Ножка с красным цветом. Отличные все-таки осенью грибы. Всегда чистые, практически, ну, 90%. Лучше всего люблю осенью собирать. А вот какой покрупнее белый гриб. Этот даже не прячется. Вот какой. Крепкий. Вон какой. Вон какой. Белый. Сейчас проверим, чистый он или нет. Чистейший. Ни одной червоточинки нету. Отличный гриб. Очередной белый. Вот такой красивый крепыш. Вот какой. Просто красавец. Ужас. Все, никакие грибы. А вот интересный. Белый, белый. Вот какой. Растет. Светлого цвета. О, какой. Ну, тоже крепкий. Отличный грибок. Хотя не такая уж светлая шляпка. Но все же. Ну, вот такого размера встречаются грибы. Ну, такие я, конечно, оставляю. Подберезовиков много, конечно, перестоявших. Но есть вполне вот такие вот приличные черноголовики. Подосиновичек. Какой красивый. А вот интересно, мухоморы растут четко по кругу. Вот смотрите. Ведьмин круг. И вот он круг. И вот заканчивается. О. Какой сегодня хороший день. За грибами одно удовольствие в такую погоду ходить. Смотрите, какая красота. Ни в какой ельник не ходите. Сейчас грибов там практически нет. Редко очень попадаются черножечки. Практически нет. Ищите вот такие вот более-менее открытые места. И вот в таких вот березках полно растет белых подберезовиков. И подосиновики тоже попадаются. Вот такая вот красота. Вот это лес. Березняк. Все грибы здесь. Вот косули. Несколько штук. Сейчас пойду попробую. Вон они носятся. Вон они. Видно?
4 штуки. Скачут здорово. И опять в этот желез. А вот какой подосиночек красивый. О, ножка какая. Сейчас почистим его, посмотрим. Вот еще очередной подосиночек. Красивый. Вот какой. Подберезовичек. Весь объеденный. Вот еще один. Вот как на солнце выглядит хорошо. Толстый, толстенная ножка. О, вот это подосиночек. Вот ножка какая. Вот это крепыш. Хорош. Вот в таком лесу. Это лесом-то даже назвать трудно. Перелесок. Березовый перелесок. Поход в лес сегодня завершен. Собирал я около 3-3,5 часов. Значит, ну что хочу сказать. В самом лесу грибов нет. То есть в ельник ходил, там нету ничего. Все грибы по краю леса и в березняке. В молодых березках пошли белые грибы. Грибов белых, ну я считаю, что прилично для этого времени года. А сейчас я напомню, середина уже перевалила, середина октября. Грибы белые, такого отличного размера. Грибов прилично, но попадаются также небольшие подосиновички. Ну, если, конечно, большие, но вообще подосиновики начинают потихоньку отходить. Есть и подберезовики. Но других грибов встречено практически не было. Погода отличная. Ну, в общем-то, то, что белые грибы пошли так поздно, скорее всего, несколько теплых ночей сделали свое дело. Ночью было 5-7 градусов, но для этого времени это уже даже прилично. Так что грибной сезон, я считаю, закрывать рано. Берите в руки корзины и все отправляйтесь в лес. Грибов хватит на всех. Еще, я думаю, неделю-полторы, если постоит тепло, то грибы будут. Заморозки, кстати, были. Один день было минус там 2-3 градуса. Но это никак не повлияло. То есть грибы, видно, что они растут. Это новые грибы. Так что вперед за белыми грибами. Всем удачи, полных корзин. Приготовил вот такой вот ужин. Жареные подберезовички с подосиновиками. С картошечкой. Сейчас буду ужинать. Всем приятного аппетита!